Полицию могут вновь переименовать в милицию. Такая информация сегодня появилась в электронных СМИ. Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой высказался о несовершенстве нынешнего закона о полиции. Он отметил, что в июле рабочая группа по мониторингу документа будет рассматривать конкретные инициативы. Уже сейчас понятно, подчеркнул Горовой, что после преобразования российское правоохранительное ведомство потеряло многие важные функции, которые необходимо вернуть.